На этой неделе стало известно о том, кто возглавит департамент культуры в областной столице. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов определился с выбором руководителя на эту должность. Я сделал предложение возглавить департамент культуры. Моториной Ларисы Юрьевны. Это директор мемориально-литературного музея имени Дубровина. Лариса Юрьевна имеет очень большой опыт работы в культуре. Она начинала свою трудовую деятельность просто с библиотекаря и сегодня является директором одного из важных, интересных музеев нашего города. Сейчас Лариса Моторина пока еще руководит музеем имени Добролюбова, но она уже готова к новой работе. Возглавить департамент культуры города и города столицы Приволжья — это очень ответственно. И принять, как и у главы администрации, и у меня, это было, наверное, все-таки осознанное решение, с которым и Олег Александрович вышел сегодня, наверное, к прессе и сообщил об этом точно так же, как и для меня. Работы много, особенно следующий год президентом объявлен годом культуры, и задач стоит очень много. Дело будущего руководителя департамента уже не в проворот. Коллеги по работе спешат поздравить с назначением, а журналисты хотят получить комментарий и узнать о планах на будущее. Мы будем сохранять все, что вот уже наработано, да, традиционно сложившиеся формы и методы работы. Есть однозначно большие грандиозные праздники, это День города, то, что проходит ежегодно, День выпускника и так далее. И я думаю, что мы сегодня будем анализировать всю эту ситуацию и определять приоритеты, наверное, мероприятия, которые будем проводить в городе, однозначно, что будем что-то новое придумывать, новое идти дальше. Вместе с Ларисой Моториной в департамент для реализации различных проектов в культуре будет приглашен директор рождественской стороны Александр Сурин.